Ты поспеши, Мико, скоро стемнеет. Хорошо. Ну, давай же. Я действительно должна отдавать свою птицу? Да, мой светлячок. Это сделка для защиты деревни. Ах, уж ее. Нори. Я волновался, что ты не придешь. Иди домой, мой светлячок. Все будет хорошо. Мы все пожертвовали самым драгоценным. Да, я это знаю, но как мы узнаем, удовлетворит ли это их? Обычно... Это не имеет значения. Из-за засухи мы не можем предложить им еду. Точно. Что, если это их рассердит? Эмико. Бабушка, что будет сегодня вечером? Ничего, милая. Подношения защитят нас от тьмы. Давай, или пора спать. Хорошо. Спокойной ночи, Эмико. Спокойной ночи, бабушка. Мико. Эмико! 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 Они боятся света! Моя девочка. Эмико, после тебя.
в ночи. Озвучено творческой студией Фронда в 2021 году. Перевод Ниасити. Роли озвучивали Зимира, Василиса и Дэн Молодой. Тайминг и работа над звуком Акроликс. Спасибо за просмотр!